вопрос в чем стоит, что зачастую так сложилось, что места накопления у нас формировались стихийно. Кто-то просто так ставил, то есть к ним есть требования. И сейчас выходит одна актуализация Санпина, да, где эти требования будут еще раз там пересмотрены, актуализированы. К сожалению, расставить бачки около каждого ларька, но мы не это недопустимо. Есть требования, да, идет по нормативу тогда. То есть выставляется по нормативу. Я сейчас для киосков, ларьков не помню норматив на память, который идет. Там вот хорошо за месяц, если вот какой-нибудь пакет. Вот, но я точно знаю, что они небольшие в год. То есть там меньше, чем 0,2 куба в год даже там идет. Мало, очень. А 0,2 куба в год, но это же тоже мало. Квадратный метр общей площади. Коэффициент самый высокий, 1,2. Не, 1,2 это магазины, неправда. Палатки, киоски, сколько там? С одного квадратного метра общей площади коэффициент 0,59. Больше, чем торговый центр. Ну, если, допустим, там, как бы вы там не согласны, там, да, еще что-то, ну, мы можем либо все вместе это как-то написать. Во-первых, сначала подтвердить, что это не образуется столько, это первое. А второе, как бы, написать там обращение, что давайте пересмотрим. Но мы сейчас пытаемся оспорить, что вот в законе написано вот так, а мы говорим, нет, это не так должно быть, и должно по-другому. А мы потом что все будем рассказывать?